Grizzle.ru – уютный магазин игровой валюты. Золото Вов от 8 рублей, частые розыгрыши, хорошая гарантия и быстрая доставка. Также вас ждет скидка по промокоду Лекарок. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Рад вас снова видеть, и сегодня у нас опять щепетильно-спонтанная тема. Относительно недавно вышел Легион, а я уже думаю о том, какое будет следующее дополнение. Ко мне нагрянуло сразу много мыслей, и в конечном итоге я сошелся на одном. Нет, я даже уверен. Следующее дополнение будет про древних богов. Кто же не знает, хотя все знают, что древние боги — это ужаснейшие создания, которые не несут никакой позитивной и полезной нагрузки Азероту. Они лишь угрожают нам уничтожить все живое. Вот, например, Ктун уже как 15 лет назад пробудился в сердце храма Анкиража, после чего мы его упрятали обратно в его усыпальницу. Этот бог самый отвратительный, но и не менее ужасный. Несмотря на свой прекрасный вид, он шепчет вполне спокойно. Смерть близка. Вы уже мертвы. Смелость не поможет вам. Друзья отвернутся от вас. Вы предадите своих друзей. Вы умрете. Вы слабы. Ваши сердца взорвутся. Второй же бог — Йоксарон, заточен в глубинах под Ульдуаром. Как сказано, он властитель смерти и имеет такой же живописный вид, как и Ктун. Мы сражались с ним во время дополнения Лич Кинг, но это был его аватар. Шепот его уже совсем не шепот. Я — это сон наяву. Чудовище из ваших кошмаров. Демон с тысячью лиц! Трепещите, ибо я обретаю истинную форму! Падите ниц перед богом смерти! Третий бог — Ишарадж. Но о нем нам известно совсем мало, поскольку еще в глубокой древности титаны вырвали его с этой планеты и выкинули не понять куда. Известно ли, что его сердце было заточено в Пандарии, а после его откопал Горош и из-за шепота древнего бога обезумел. Твои союзники бросят тебя. Никто не придет на помощь. Все твои друзья мертвы. Для тебя все потеряно. Ты останешься здесь навечно. Отсюда нет пути назад. Четвертый бог — Нзот. Он самый сильный, огромный и опаснейший из всех четырех богов. Его нам пока не представляли, но известно ли, что он заточен где-то там в морских глубинах и вовсю готовится к своему долгожданному триумфу. Но давайте я начну по порядку. Что же предвещает их пришествие? С выходом дополнения Warlords of Draenor подземье Непроглядная Пучина было изменено. Теперь же там всем заправляет клан Сумеречного Молота. Они смогли призвать Акумая, вестника древних богов. Однако мы уничтожили его, и в конце все же услышали последнее предупреждение. Кто не знает, клан Сумеречного Молота был создан Чогалом. Весь клан — это огромное сборище культистов, которые служат древним богам и всеми возможными способами пытаются приблизить их возвращение в свет. Так, вернемся к Пучине. Сумеречный Бастион трудится, не покладая рук, и они уже смогли призвать первого вестника древних богов. А это значит, что наши подземные ребята уже совсем близко. Уверен, что Сумеречный Бастион сыграет немаловажную роль во всей этой пьесе в будущем. Идем дальше. В новом рейде, Изумрудном Кошмаре, мы уничтожили сердце порчи Илгенота. Порождение Кошмара — это проделки Нзота, ибо он и является властителем всего этого. От сердца порчи мы же снова слышали послание. Послание от Нзота. А это также означает, что недолго нам осталось сидеть на попе ровно. С помощью Кошмара он смог осквернить древнее мировое древо и завладеть разумом многих друидов и сатиров, которые помогают ему в этом. Сюда, малыши! Вдохните запах страха, который мы поглощаем. Наконец-то начнется пир. В
возрадуйся. Конец уже близок. Забвение несет утешение. Прими же его, как дар. Вы подвели всех, кто в вас нуждался. Твой свет угасает. Теперь же не точная информация, а лишь наше предположение. Поскольку шепот этих созданий способен свести с ума любого, то Болвар Фурдрагон не останется крайним. Думаю, рыцари смерти тоже заметили, что в последнее время их новый король Лич ведет себя уж слишком странно. Считая его великим и умнейшим, рыцари смерти готовы на все. Один же из их проступков – это резня в часовне последней надежды, дабы воскресить Тириона в качестве нежити. Неужели Болвар, благороднейший паладин в прошлом, брат по оружию, велел бы просто вырезать паладинов и опорочить могилу Тириона, вернув его как мертвеца? Я думаю, что Болвар попал под власть Оксарона, который до сих пор пребывает в недрах Нордскола. Зачем же ему все эти всадники? Чтобы воевать против Легиона? Логично, конечно, но все же слегка странно. Но есть еще одна зацепочка. Недавно мы делали видео, в котором высказали наше предположение по поводу Артаса, и кто-то, посмотрев его, все же задал такой вопрос руководству. На что получил вот такой вот ответ. Тело Артаса находится в секретном месте, которое будет раскрыто в игре позже. Конечно же, Тирион об этом знает, но молчит, а нам, обычным игрокам, остается набраться терпения и ждать, когда оно будет найдено. Вы понимаете? Болвар знает, что тело Артаса спрятал Тирион. Поэтому он ему и нужен, чтобы узнать местоположение. То есть Артас все еще нужен паладинам, а Болвар хочет получить его себе. Да что он вообще творит, а? Уж очень это не походит на короля Лича с добрыми побуждениями. Итог один. Древние боги уже близко, и, конечно же, все завершится хэппи-эндом. Но нас в любом случае ожидает резня, мочилово, кровище и... Артас! А у нас все. Спасибо за просмотр. Удачи. Наш глашатай Акумай восстает из глубин. Вам выпала честь быть первыми, кого он поглотит. Наслаждайтесь победой, смертные. Вы услышали наш шепот. Скоро мы доберемся до вас. Вы недостойны быть поглощенными Акумаем. Наши ритуалы сдерут мясо с ваших.